сотрудника Российского агентства международной информации РИА Новости. Начинаем пресс-конференцию. Маржа в цене российского газа, который попадает на Украину, и цене газа, который затем реализуется на внутреннем украинском рынке, составляет примерно 14 миллионов долларов в день, составляла по прошлому году. И думаю, что ни в одной стране мира никто не решится назвать эту сумму неинтересной и малопривлекательной. Понятно, что с учетом тяжелейшей экономической ситуации на Украине, желающихся побороться за эти деньги до конца находится более чем достаточно. И эту битву мы сейчас и наблюдаем. Специально подготовленная для сайта статья министра иностранных дел. Думаю, что до сих пор признаки существования такой стратегической линии были. И они проявлялись каждый раз, когда Объединенная Европа реагировала на конфликты с участием России по принципу «свой-чужой». Как раз в эти январские дни я вижу признаки оздоровления. Я вижу признаки того, что Европа от этого соблазна, пожалуй, впервые удержалась, за исключением, ну, по моим скромным наблюдениям, двух стран, пока Польша и Литва как-то прорезались и ровно по этому шаблону отреагировали. Это председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Спасибо за участие в пресс-конференции. Спасибо.